Всем привет, Империя наносит ответный удар 2. Шучу. Ангар 2. Трупы. Мертвые и живые одновременно. Кв. С каждым часом мне становится все хуже и хуже. Скрш. Эй, ты. Бз. Да, ты. Слушай сюда. Я могу тебе помочь. У меня есть лекарство. Сейчас иди к правому коридору. Поторопись. За ангарами будет лифт. На нем ты поднимешься прямо ко мне. Вот такой вот диалог. Продолжаем игру. Пользуясь случаем, подписывайтесь на мой второй канал Spike V. Там блоги, влоги, пародии, много чего интересного. А также подписывайтесь здесь, ставьте лайки. Почему бы нет? Вам же ж не сложно, мне приятно. Вот. Зомбей стало больше. Коридоров стало больше. Ну и так далее по списочку. Уже говорит о лекарстве. Наверное, может уже предпоследний. Как там сказать? Туры. Миссии, не знаю. Может еще, конечно, бесконечно будут тут. О, гля, они прям подряд уже. Так. Сюда электричество надо. Интересно, спрыгнуть может? Лучше проверять не буду. В некоторых играх просто в невидимую стену упирается. Может. Я не заметил, что там досточки. Понятно. Надо аккуратненько. Сразу пойду замочу всех. Так, иди. Ага. Трататулик, трататулечка. Будь повнимательней, детка. Это я сам себе. Ага, вот доски. Надо на всякий случай очень аккуратно. По 150 раз проходить как-то. Обидно, когда ты далеко прошел и провалился. Так, оставьте их, чтобы знать, что туда надо идти. Что там еще зомби остались. Ё-моё. Лабиринты все больше и больше.
Теперь это очень похоже, как я в самом начале играл. Так, это, наверное, лифт или не лифт, о котором он говорил. И еще один проход. Так, сколько тут будет проходов? Даже глаз почесать не дают. Еще один проход. Да ё-моё. У меня сзади кто-то ест. Какого фига? Откуда они? Опять ключ нужен. Да. Ай, сзади едят, едят. Блин. Что тут еще, блин? Думаешь, куда уже сложнее? Понятно, там не пройти, походу. Вот для чего вентиль. Так, где тут был проход? Я ничего уже не вижу. Вода, наверное, ядовитая, проверять не будем. И тут надо. Все еще больше запуталось. Тоже какое-то пламя.
Ничего не понятно. Миллион ходов сделать можно, при том, что почти все одинаковое. Не сказал бы, что все прям отличается так. Ты не можешь за угол глянуть и такого, я тут был. Чей это только я? Напишите в комментариях, вам понятно? Куда идти? Тут завалено, за сюда точно нет дороги. Застрять в ступеньках. Где другие зомби? Солярис. Все понятно, но ни черта не понятно. Куда теперь? Так. В этот раз я скосил маленько. Сюда, что ли? Я не уверен. Искал прямо, не буду мочить. Чтобы знать, что это дорога. Я был тут? Нет? Угу.
Можно в воду, нет? Вроде не помер. Или нельзя было сюда нырять? Что-то есть ощущение, что зря сюда прыгнул. Прыгать мой персонаж не умеет, а это значит, наверное, все. Лучше бы вода была ядовитая. Спрыгнул, и точно уже знаешь, что все. Это вроде и надежда есть, но...
но ее нет. Так, ладно, если ты нечаянно спрыгнул. Не специально, как я. Что-то это недосмотр разработчика. Или она должна убивать, или нет. Или надо где-то выбираться. Ну все, тип кердык. Выхода, походу, нет. Выхода нет. Не будет рассвет.